Тихие спокойные пруды недалеко от деревни Устье стали в минувшие выходные ареной напряженной борьбы. Помериться удочками собрались лучшие рыбаки из 17 предприятий жилищно-коммунального хозяйства Одинцовского района. Всего 75 человек. Старт к началу лова был дан в 7 утра. На то, чтобы продемонстрировать свой рыбацкий талант, отводится 4 часа. Ловить можно только на удочку, поплавочную или донную. Все вместе, и вот чувство вот такое локтя, и друг о друге больше познают. И в работе это, конечно, помогает. Ну и вот вы видите, сегодня настолько и дождь накануне шел. Я думаю, ну, наверное, не поедут. Но мы когда подъехали, тут уже люди сейчас стояли, ждали, когда же будет дан старт. У каждого настоящего рыбака свои секреты, свои рецепты подкормки и наживки. В день турнира ловили на кукурузу, тесто, кашу, креля. Но рыба охотнее всего шла на простого червя и сельдь. В пруду, на котором шли соревнования, водится карп и стерлядь. И самые удачливые смогли сделать дубль. Конечно, везло не всем. Но никаких обид на более успешных соперников не было. Сотрудники предприятий ЖКХ – люди стрессоустойчивые и дружелюбные. Самый именитый коллектив – это Шарапово, ЖКХ, предприятие Шарапово. Они всегда занимали первое место. Даже вот просто посади их на любую какую-то речку, все равно они поймают больше всех. Почему? Потому что люди готовятся, какой-то секрет знают. Призовые места также чаще остальных занимают сотрудники РЭП Ершова и Одинцовская электросеть. Однако на этот раз лидеры сменились. Чемпионский кубок достался рыбакам из Одинцовского водоканала с уловом в 27 килограммов. Кому, как не им, побеждать в водных видах спорта. Серебро взял РЭП Голицына, а из фаворитов в тройку лидеров на этот раз удалось пробиться лишь сетевикам. Петр Горохов, телекомпания «Одинцова».